Уважаемые боевые друзья, в этот сегодняшний нелегкий день вы выполняете возложенные на вас задачи. Эти задачи действительно очень сложны, но нас все объединяет, наша страна, наш народ. Мы должны защищать наши границы, наши территории и оберегать всех наших мирных жителей, не только наших, но и все тех, кто страдает от нынешнего режима, который на самом деле нам несет беды и горечь. Хочу вам пожелать в это нелегкое время счастья все-таки в личной жизни, здоровья, успехов в проведении специальной военной операции. Мы желаем вам всем побед. Оставайтесь все живы, возвращайтесь все домой.